Задержан мужчина, справлявший нужду у Белого дома. В авто задержанного нашли стрелковое оружие. Полиция задержала у Белого дома мужчину, в автомобиле которого были найдены 9 единиц стрелкового оружия, а также 3 ножа, передает телеканал CNN со ссылкой на стражей порядка. Мужчину задержали, когда он справлял малую нужду на публике, в районе 17-краткой улицы и Пенсильвания-авеню. Подозреваемый сообщил сотрудникам секретной службы США, что хотел пройти в Белый дом, чтобы встретиться с главой агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Во время допроса мужчина также сообщил, что у него есть оружие, после чего сотрудники безопасности проинспектировали его автомобиль, где нашли 9 единиц огнестрельного оружия, как пистолетов, так и автоматических винтовок. Мужчину направили на прохождение обследования психического здоровья. Также ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения оружия. Ранее в Вашингтоне недалеко от Белого дома установили гигантскую надувную фигуру президента Дональда Трампа в виде крысы. По материалам сайта news.com.